Дорогие земляки, последние две недели со стороны муниципалитета предпринимаются меры поддержки для населения в связи с пандемией коронавируса. Мы организовали дистанционное обучение. Возможно, для родителей и детей данная система новая, ранее активно неиспользуемая, требующая определенного времени на понимание процесса. Но поверьте, это вынужденная мера. Мы начали выдавать продуктовые наборы льготным категориям школьников. Несмотря на то, что мы обеспечиваем питанием детей во время учебного процесса, и в этот период дистанционного обучения школьники будут получать продукты для здорового детского питания. Мы автоматически продлили действие субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Теперь гражданам, пользующимся данной мерой поддержки, в течение полугода не нужно подтверждать свое право на нее. Организовали в городе различные дезинфекционные мероприятия. Обрабатываем улицы, тротуары, транспорт и требуем проводить аналогичные мероприятия в местах общего пользования многоквартирных домах, в местах складирования мусора. Но сегодня свое обращение я бы хотел адресовать к представителям бизнеса. Безусловно, в настоящее время вы находитесь в очень сложных экономических условиях из-за ограничения деятельности. Бизнес-сообщество для нас, муниципалитета, очень важно. Ваша деятельность – это и рабочие места, и налоговые поступления. Все связано. Вы несете потери и недополучает городской бюджет. Именно сейчас, в рамках своих возможностей, мы должны вас поддержать. Найти выверенные решения. На федеральном уровне уже приняты и продолжают прорабатываться различные меры экономической поддержки предпринимателей. Аналогичная работа ведется на уровне региона, где сконцентрировано большинство полномочий в данной сфере. Муниципалитет тоже не остается в стороне. Еще на прошлой неделе мы создали специальную рабочую группу из числа сотрудников администрации, депутатов, общественников, которая мониторит общую ситуацию в Саратове и в условиях введенного режима повышенной готовности. В рамках анализа обстановки в областном центре особое внимание уделяется экономике. Мы понимаем, что сильный удар принял на себя малый и средний бизнес. Поддержать именно вас сейчас очень важно. По моему поручению, в настоящее время прорабатываются меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по предоставлению отсрочек или частичному освобождению от уплаты арендных платежей за муниципальное имущество и единого налога на вмененный доход. Например, уже найдено решение для арендаторов помещений в муниципальных школах платить аренду до возобновления очного учебного процесса они не будут. Именно с таким предложением мы выйдем в городскую думу и уверен, что депутаты нас поддержат. Не исключено, что будут приняты и другие решения на местном уровне, которые предварительно необходимо экономически просчитать. Уверен, что вместе мы сможем пройти этот период максимально безболезненно. Дорогие саратовцы, помните, что все-таки главное сейчас – это забота о своем здоровье и здоровье близких. Берегите себя!